Всем привет! Мне сегодня даже не верится. 34. 34. В следующем году уже 35. Еще лет 10-20 обратно, я думала, 30 плюс — это такие старые люди. А сейчас мне самой 34, и я не чувствую, что я прям старая. Да, я стала старше, но старой я себя не ощущаю. Так что мне в душе еще 18. Возможно, в 40 я буду уже говорить, что да, я уже ощущаю этот возраст, что я уже старенькая, но пока нет. Мне пришло с утра, смотрите, что красивенный букетик. И я, кстати, первый раз в букетах вижу сирень. Никогда раньше не видела, а тут прям сирень добавлена. Классный такой, очень красивый. Я пока его оставлю так в упаковке. Не буду распаковывать, я уже приготовила вазочку. Поставлю так, потом попозже распакую. Пускай пока постоит, порадует меня в таком виде. Эх, жалко будет, когда он завянет. Но что ж поделать, цветы не вечные, но красивые очень, очень красивые. Всем привет, 7 мая, да. Как-то я ничего не снимала вам, потому что закончила видео снимать, зашла в ТикТок, там пропала на несколько часов, потом приехала подруга, мы посидели, отметили мой день рождения, и в итоге все уже было не до съемок, естественно. Поэтому начинаем с сегодняшнего дня опять. Продолжаем вложик. Я сейчас собралась, жду, пока у меня будет троллейбус, поеду, заберу Даяну с поезда, и мы с ней вместе поедем в торговый центр. Я хочу посмотреть себе телефон, второй запасной, ну или, не знаю, основной, не знаю, потому что этот уже у меня почти 3 года. Все-таки хочется что-то новое, ну и в любом случае мне нужно, когда я сижу в ТикТоке и снимать как раз на YouTube, это было бы удобно, если будет 2 телефона. Я просто не могу определиться, но сегодня поеду еще раз пощупаю, 3-й раз, наверное. А у Даяны на канале в лайке первая 1000 подписчиков, поэтому едем отмечать. Я ей обещала на 1000 отвезти ее в Макдак, поэтому совместим 2 полезных дела. Так что я вот тут собралась уже, сейчас подожду немножко и уже поедем. Возьму вас обязательно с собой. Все, забрала козявочку, идем отмечать. Подписчика. Уже 104, да. Да, а было 103. Молодец. Идем в кафешку. Всем приятного аппетита. Красивый. Хочу любить тебя. На. Идем на кассу. Так, все. Мы наконец-то дома. Забежали в магазин. Даяне нужны были новые сандалии в сад. Вот такие взяла ей в группу. Они такие легкие, мягенькие. Просто прошлые ее стали ей маленькие. Поэтому пришлось обновлять. И вот такие вот выбрали для улицы в садик бегать. Классные, красивые. Так что у Даяны сегодня обновочки. А я себе телефон присмотрела, но не знаю еще точно, буду брать, не буду. Пока еще думаю. Мне тут продукты уже привезли. Как раз сейчас пойду на кухню, готовить буду. И надо срывать этот лук, потому что он уже такой огромный. Сейчас как раз сделаю салатик и что-нибудь приготовлю к салату. Поэтому буду срывать. А укроп мой как-то, ну, совсем грусть и печаль, не знаю, должен ли он так расти. Мне кажется, укропа у меня в этом году не будет особо. Жалко. Ну, зато есть лук. Не захотелось мне идти в магазин, поэтому я сделала доставку. Так, тут у нас мороженое, минералка. Так. Смягчитель для белья вот такой беру. Тут у нас получается айсберг, яблоки, апельсины, виноград, огурец. Свечка. Вот такая, гранатовый вкус. Обожаю ее. Так, решила я еще попробовать вот такие вот
Напитки, не знаю, как мне понравится. Я не особо люблю всякие йогурты питьевые, но вот иногда подумала, может быть, утром можно попробовать. Взяла два разного вкуса. Завтра буду пробовать. Так, сметана, йогурты, сливочное масло, колбаска, сыр. Вот сколько колбасы. Я разве так много брала? Ну, ладно. Так, что у нас тут? Соки, огурчики маринованные, кетчуп и томатная паста. В принципе, да, все. Мясо у нас есть, хлеб есть, так что этого хватит. Уже вовсю цветет сирень. Мне тут Даяна тоже веточку сорвала. Снимай эту кепку. А то ей сделали... Ой, в садике Гульки, она у меня когда в кепке ходит, я делаю ей другую прическу. Не надо, не надо, подожди, дома распустим. А с Гульками кепка не держится. Пойдем домой. Ова. Молодец. Сели тут позаниматься немного латышским. Что у тебя там следующее, покажи. Трактус. Молодец, переворачивай. Штерес! Так, и в садике мы сегодня... Ну да, мы сегодня вырезали. Это день мамы, так что надо готовиться. Мы там кое-что вырезали. Все хорошо, завтра все узнаю. Аубус. Молодец, переворачивай. Это как на русском. Переворачивай. И аубус. Молодец. Давай теперь я выберу карточку. Вот это. Грамота. Молодец. Фламингс. Молодец. Теперь потом будем собирать вот эти карточки. Ну, в принципе, я скажу так, она уже, наверное, мне кажется, все-все карточки эти знают наизусть. Поэтому надо искать что-то новенькое тебе. Я закрытыми глазами. Давай, что там? Марита. Липа. Молодец. Хвостик. Я иногда еще делаю вот так, смотрите. Я закрываю картинку, потому что она очень многие слова уже по картинке знает. Читай. Зука. Журка, да. Крыса. Крыса. Читай. Вавера. Молодец. Ладно, все, мы будем заниматься. Я буду заканчивать этот влог, который снимала 3 дня и никак не могла снять. Поэтому встретимся с вами в следующий раз. Всем пока-пока. Пока. Я вас люблю. Я вас.